На сегодняшний день планомерно ведется работа с неплательщиками за коммунальные услуги. Мероприятие «Черная метка» по ограничению пользования коммунальными услугами становится основными мерами воздействия на должников, чем сотрудники МособлЕЭЦ активно пользуются. Сегодня производилось отключение по адресу Серебрянская, 25, тех потребителей, у кого имеется задолженность за электроэнергию и коммунальные услуги. Перед отключением услуги, например, электроэнергии, техник, согласно выданного задания, оповещает потребителя о вводимых ограничениях. Если должник на месте, лично, если нет, оставляет в двери уведомление. Бывают случаи, когда потребитель уже оплатил задолженность, тогда при предъявлении квитанции ограничение производиться не будет. То есть сейчас, когда существует очень много сервисов и способов оплаты, это вполне нормальная практика, когда техник приходит для того, чтобы ввести ограничение потребления электроэнергии и коммунальных услуг, ему предъявляют квитанцию, оплаченную сразу на месте. Либо иногда просто показывают смс-ку на телефоне, сейчас, в данный момент, прямо при нем потребитель произвел оплату. По второму адресу отключение было произведено. На данный момент потребление электроэнергии не ведется, видимо, потому что квартира пустая. Но задолженность существует, и подача электроэнергии была приостановлена. Задолженность населения за услуги ЖКХ остается большой проблемой на всех уровнях обеспечения комфортной среды проживания. Причины долга могут быть разными, но почему от этого должны страдать соседи? Возможно, черная метка поможет исправить положение.